Да, сундучина. Пожалуйста, чтобы нормально, ребята. Да. А ну что? Легендарный меч. 3,5 урона. И на 5 скорости больше. Дайте-ка я вот заценю. Мама мия, рыбакит. Нифига себе, вот это мечандра прям. Круто, круто, даже светится нафиг, даже светится нафиг. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, в новую серию прохождения новой крутой карты. Это, можно сказать, вообще новая игра в Майнкрафте, Майнкрафт 2 нафиг, потому что это что-то нереальное. Вы увидите и сами поймете, что мы будем делать в этой серии. А перед этим, ребята, я все вам пожму руку, потому что я знаю то, что вы большие молодцы, если вы поставите лайк. Ребята, если мы с вами сможем набрать 2500 лайков на вот этой серии, а я верю, ребята, я верю то, что мы сможем набрать 2500 лайков, ребята, да. Поэтому, если мы сможем это сделать, я сразу же выпущу новую серию, ребята, специально для вас, для моих любимых подписчиков. Поэтому, пожалуйста, не пальнись, просто одну секунду потрати, чтобы поставить лайк. Это не так-то просто, мне кажется. Ты молочко на кухню идешь попить, и то больше времени занимает, чем поставить лайк. Также подписывайся на мой канал, потому что каждый подписчик для меня как друг. Я буду рад, если ты вступишь в нашу большую и дружную семью подписчиков. Также можешь поделиться этим видео со своим другом, сделать репост ВКонтакте. Я также буду этому очень сильно рад. А мы, ребята, начинаем... Начинаем проходить эту карту. И что это такое? Это какие-то забытые сокровища. Мы отправляемся в Египет, в пирамиды, к фараонам, к мумиям. И искать какие-то сокровища. И это офигеть какая крутая карта, ребята. Вы уже ее можете скачать, потому что карта уже находится в описании. Заходите и на здоровье ее, ребята, скачивайте. И также поставьте лайк, если хотите вторую часть этой карты, потому что вряд ли мы за одну серию сможем ее пройти. Но все же, ребята, я никогда не делаю, как другие ютуберы. Мол, я никогда не выпрашивал лайки за карту. Мол, наберем там столько-то лайков, выйдет карта в описании. Она уже там находится, поэтому заходите, ребята, и скачивайте. Ну, привет, носатый. А привет, странник, могу ли я тебе помочь? Да, я собираюсь в пирамиду, чтобы найти какую-то статую. Я хочу быть богатым. Но это невозможно сломать вот эту дверь. У меня есть ключ. В любом случае... Нет, это я сейчас говорю. Нет, в любом случае мне нужно оружие, какая-то пушка. Что у тебя может быть для того, чтобы победить каких-то там, не знаю, монстров, которые могут там находиться? А у меня есть только деревянная палочка. Мы не имеем тут больше никаких оружий. Очень даже круто. И у нас сейчас задание. Нам нужно купить палочку и также использовать ключик, который я пока что не вижу, для того, чтобы забраться в пирамиду, которую я тоже пока что не вижу. Но это, ребята, все текстурпак. И смотрите, как это круто выглядит. Это прям, знаете, как какой-то Индиана Джонс. Но вряд ли кто-то знает, что это за персонаж. Это уже очень старый фильм. Но все же, ребята, очень крутой фильм. А мы купили палочку. Круто. И смотри, что у нас есть. У нас есть палочка, которая вообще не делает урона. У нас есть факел. Офигеть, крутой факел. Офигеть, крутой факел. Он даже горит. У нас есть 4 умения, 4 скилла, ребята. И вот, кстати, ключ. 4 скилла. Вот давайте посмотрим. Первый скилл это, который кидает. Бум! Огненный бол, огненный мяч. Второй скилл это мы ставим хилищий тотем, который будет восстанавливать нам здоровье, если нам будут сносить здоровье. Потом еще одно умение. Это теряет нас из виду. То есть монстры перестанут на нас нападать. Какой ты нахрен говной. А и потом у нас есть еще одно умение. Смотрите, ребята, это щит. Нам на сколько-то там на 30 секунд дается щит, и нам меньше будут наносить урона. И у меня прям уже мурашки по коже, потому что я хочу пройти эту крутую карту. Она нереально крутая, ребята. Мы отправимся в эту пирамиду и надерем самому фараону задницу. Я вам обещаю, ребята, надерем прям охренеть, как надерем. Поэтому, ребята, ну что, вы готовы? Это версия 1.0. Ты как голосной, а? Во, немного звук убавил. Это версия, ребята, 1.9.2. Поэтому запомните. И мы отправляемся в нашу пирамиду. Офигеть. Как это все плавно работает. Это без модов. Это только текстур пак и только команда, ребята. Вот смотрите.
Нажми правой кнопкой, чтобы поджечь факел. Я уже понял, спасибо. Офигеть, как это круто выглядит. Ну что, ребята, вы готовы стать расхитителем гробниц? Мама моя, Томб Райдер, Лара Крофт. Мы твои сыны. Сыновья, ребята, сыновья. Мы будем сейчас расхищать вот эту гробницу. Нажми правой кнопкой со своим факелом, чтобы начать. Я пока что не хочу начинать, не хочу ничего начинать, потому что нам хотя бы нужно поджечь вот эти все факела. Китя, ребята. Так, петухи какие-то летают. И давайте вот это подожжем, и вот это. Какая нахрен вторая волна? Какая вторая волна? Вы издеваетесь, я даже первую волну не начал. Какая нафиг вторая волна? Вы издеваетесь? Я карту, походу, сломал. Я, ребята, походу, карту сломал. Сейчас зато мы их... На, паскуда. Нужно их поджигать. Нужно, ребята, их поджигать. И хилящийся тотем. Но смотрите на мое здоровье, ребята. Смотрите на мое здоровье. Как оно нам круто восстанавливает здоровье. Я, если честно, мне кажется, не с той стороны начал, потому что... На, паскуда, мумия конченая. А вот это я еще даже не... Вот. Вот так. Ну, вторую волну я уже прошел. У нас все как не в людей, ребята. Да. У нас все как не у людей. Я изначально прошел вторую волну, а потом прошел первую. Но, ребята, я же Эдисон. Я же не человек, нахрен. У меня все как не в людей. То есть только я могу. Только я могу пройти вторую волну перед первой. Только я, ребята. А почему я умения свои поменял? Почему? Вот сюда. Вот сюда. Хилящийся тотем. Нет, точнее, не хилящийся тотем, а тотем, который нас хилит. На. И вот на. Так, это нужно поставить вот сюда. Так. Да. Надеюсь. Это фаербол. Нам нужен фаербол. Да, так. Замечательно, ребята. Ну что, мы уже прошли две волны. Сейчас будем отправляться на следующий. Мать его! Редкий предмет! То есть после каждых там волн нам будет давать... Оргазм, потише! Я не могу еще раз открыть. Охренеть, просто эта карта! Вот такой респектосик тому, кто сделал эту карту, то, что прям можно с ума сойти. Мне кажется, ли... Ох, это ж ни хрена себе. Приветик. То есть вы предлагаете мне еще раз две волны пройти, чтобы открыть вот эти двери? Спасибо. Я думал, я еще раз могу открыть, но нет. Так. Осторожненько. Куда нам нужно пойти? Осторожненько, я не хочу еще раз упасть. Но сейчас волну я прошел намного быстрее, потому что у нас уже есть суперский-пуперский новый меч, который мы выбили с сундучка. Прям кэс гоу нафиг, мать твою. Так, китя. Тут еще один проход у нас будет. Поджигаем факелы, не забываем поджигать. Я не знаю, где я картину добыл, ну да ладно. Ух ты ж нафиг. Вот что мне очень нравится, то что мы можем это все освещать тогда, когда это нам захочется. Не тогда, когда, ну, то есть факелы должны сами уже по себе быть. Ой, я чуть не то включил. Это уже само по себе должно быть все. Опа, все освещено. Но мне очень нравится то, что мы это можем делать сами. Ну что, ребята, третья волна, опа. Прям, нифига себе, прям мумия отсюда вышла. Реально вот так вылезла, опа. Опа, нифига себе. Бух, на тебе. Ух, ребята, мы их запинаем, мумии. Гниющие мумии. Так, нам бы вылечиться. Ничего, ну чё ты на мой тотем. Нифига себе. Чё ты на мой тотем полез? На тебе по башке. Чё, кто ты вообще такой, нафиг, а? Так, замечательно, и что дальше? Чё я вообще тут хожу? Чё я тут забыл? Так, это что у нас такое? Это что у нас такое? Нам, наверное, вот туда как-то нужно. Вот смотрите, если я стану сюда, то ни хрена не произойдет. Если я стану сюда, то тоже ни хрена не произойдет. А если я стану сюда, то тоже ни хрена не произойдет. А вот это что такое? Ах ты жопаш... Так, я сказал, ах ты ж...
Ах ты жопошник! Так. Ни хрена себе. А я туда могу забраться? Да, могу, но не так-то все просто. Кстати. Сюда я... Опа-на. Опа-на, я сказал. Так, а еще последний где-то должен быть. Наверное, там, потому что я туда как-то забрался. А мне кажется, это типа лестница, да? Так, не падай, еще раз, не падай, ты уже упал. Опа! Нет, все нормально, я уже хотел сказать твою, потом передумал, хотел сказать тварь, но нет, все же нормально. Так. Тимути-пути, миленький мой. Надеемся, выпадет что-то получше. Ух ты, прям меч. О, вот там меч, вот смотрите, на самого лева. Ух, это тоже, мне кажется, крутой меч должен быть. Ха, это делает 3 урона, это тоже делает 3 урона. А так спит 85, этот 85, свит. Одно и то же, просто давайте посмотрим, какой. Вот это тоже красивый меч. Ни хрена себе, мечандра прям какая. А куда нам еще нужно? Приветики, омлетики. Вы где? Куда нам нужно? Вот это я нажал, вот это я нажал. Меч я себе забрал, значит нам нужно... Хрен его ставит. Сюда может встать, да и все. Давайте посмотрим. Я надеюсь. Твою мать, обосрался! Так. Замечательно. Я уже напугался, то что выхода нету. Так, чтобы нам поджечь, чтобы нам по... Вот это подожжем. Еще один сундучок. Еще один сундучок. Вот это мне нравится. Вот это мне очень нравится. Дайте нам получше мечандру, пожалуйста. Получше мечандрик. Охренеть. Спасибо тебе. Деревянный топор. Засунь себе его в сраку как можно глубже, потому что он нам не нужен. Он нам не нужен. Так, это типа мини-мини паркурчика. Твою мать. Так, сейчас. Это сюда, потом сюда, потом сюда, потом сюда. Так, я там мог что-то поджечь. А просто по приколу. Хоть не нужно, но просто по приколу. Я туда... Ух, я уже думал то, что я не допрыгнул. И сейчас там... Так. Охренеть. Спасибо. Так, еще раз, может, сюда. Да, и сейчас сюда, да. А сейчас... Ух ты ж, нифига себе. Это как будто мы прилипаем. Твою мать. Ты будешь со мной выкобыливаться? На тебе! И сейчас еще раз. На тебе! И сейчас. Да, кто меня там. Не подведи меня, пожалуйста, во что я там бьюсь нафиг? Во что. Дышим, ребята. Дышим. Дышим и не паримся, потому что я сейчас нахрен с ума сойду. Я ненавижу паркур. Я его просто не могу терпеть. Но в каждой карте нафиг должен быть паркур. Как бы его Эдисон ненавидел, он должен быть в каждой, мать его, карте. Так. Вот, твою мать! На тебе! На тебе! Так, тихонько. Замечательно, я уже думал, сейчас с ума сойду. Так, что нам нужно тут поджечь? Поджигаем китю. Я сказал поджиг. Вот, что-то оно не хочет поджигаться. И тут поджигаем. Это тоже мини-китя такая. И сейчас поджигаем вот это. И будем, ребята, четвертая волна. Ух ты ж, нихрена себе. Это что такое? По ногам, мать твою. По ногам. Включаем щит. Упа, по ногам. Нифига себе, сколько вас тут за раз уже появилось. И тебя. Круто то, что мы их уже с двух ударов убиваем. Это очень даже круто. Мы уже себе пушечку нормально так прокачали. Так, куда мы можем пойти? Сюда мы можем пойти? Можем, нифига себе, ты прям прыгаешь, как хрен его знает кто. Спасибо. Там, нет, это не кнопочка. Так, сейчас. Круто, я сюда забрался. А дальше что? Ага. А может нам как-то пройти там нужно? Нифига себе, я прям умею лазать по стенам. Так, а сейчас?
Сейчас, опа, там тоже что-то есть. На! Так. О! Новый кейсик, давай, давай, что-то... О, я... вот это за нет! Мне кажется, это дерьмецо такое коровье будет. Или нет, или нет, или все же нормальное. Что это такое? Три... Ух ты! Три, у нас сейчас три урона, это 3,5 урона. Замечательно, я уже меняю. Как я тут нафиг... Посмотрите. Такие мечи тут крутые. Так, а сейчас куда? Опа-на! Допрыгнули. Так, сейчас что? Сейчас... А сейчас куда? Я надеюсь. Ху! Да тут так, стань, прилипни, жопой прилипни. Опа, твою бы твой прилипни, еще раз, жопой прилипни, вот так. Оп. Прилипни, так, вот, еще раз, вот. Опа, да твою мать, издеваешься, зараза. Да допрыгни ты нахрен, я понимаю то, что жопа слишком тяжелая, Эдисон уже себе жопу такой отъел. Да, но он, я не могу допрыгнуть, ребят, я не знаю почему. Охренеть просто, а. О, наконец-то допрыгнул, не прошло и полгода, пока я там прыгал. Ну что, ребята, давайте подожжем вот этот факел, приветики, кто там, мумии, подожжем. Китти, давайте откроем еще один сундучок, надеемся то, что что-то нам выпадет. Нет, не вот эта игрушка какая-то детская, а вот тот красненький. Это что за, не знаю, прибамбас ассасина, два урона, выкинь себе и засунь или еще что-то. Вот тот красненький меч вообще был офигеть какой. Я ни хрена не поджигал, я ничего не поджигал, я факел поджег. Твою мать. Так, слушай, ты зомби-переросток или кто ты там, мумия-переросток, уйди. Я с тобой не хочу даже дружить. Так. Иди сюда, по конечностям, надоем, зараза тебе. Ну что, не ожидал, так, вылечимся. Так, тебе. Да удар ты нахрен, куда бы его ударить, а? Ух ты! На! И тебя, замечательно. И вот это подожжем. Охренеть, ребята, какая крутая карта, да, мне, если честно, очень нравится. Мы туда можем отправиться, да? Это можем поджечь, но я не знаю, стоит ли нам туда отправляться, потому что я тут вижу еще что-то у нас есть. Да, твою нафиг, да, как видите, это спрятанный сундучок. Я хочу крутую пушку прям на 198 урона. Вот та бы что справа было бы намного получше, а вот эту... 2-5, да иди ты нафиг, а? Уходим. Уходим, я обиделась. Так, еще один. Чё-то прям кейсики, шмейсики, сколько вас? Давай, нет, пожалуйста, нет, ну, мать же твою, ну, за ногу же твою. Ладно, ты со мной так, ладно, я с тобой тоже, на тебе, я с тобой тоже так буду, а куда там, ух ты ж нафиг, значит мы можем пойти сюда и мы можем пойти туда. Спасибо, спасибо, мать твою, а мы можем пойти туда, мне кажется там 100% должен быть еще один, твою мать, а, там 100% должен быть еще один, вот этот, сундучок. Да прыгни ты нахрен. Вот, замечательно. Так. Да, сундучина. Пожалуйста, чтобы нормально, ребята. Нет, да. А ну что, что? Легендарный меч. 3,5 урона. И на 5 скорости больше, дайте-ка я вот заценю. Мама мия, рыбакит, нифига себе, вот это мечандра прям. Круто, даже светится нафиг, даже светится нафиг. Даже, ребята, светится. Так, а я сюда могу запрыгнуть? Нет, не могу я туда запрыгнуть, поэтому нужно идти сюда. Опа-на, и сюда. Офигеть, какая крутая нафиг. Опа, еще один, так.
А, я думал еще один. При. Нет, я мирный. Я мирный. Ой, смотри, смотри, пищонка нахрен. Так, ну ладно, если ты хочешь драться, я с тобой подрусь. Подрусь, не подерусь, а подрусь. Опа-на. Опа-на. Не хочу. Не. Ну ладно, уговорили. Опа-на! Так, сюда. Сейчас сюда. И сюда, я сказал. Поджигаем. Подожгли. Ух, как это круто выглядит. Фараон, здрасте. Обслуживание номеров вызывали. Кровать вам, постель почистить. Фараон, ладно, попозже зайду. А зайду я, ребята, в следующей серии. Потому что, если вы хотите видеть следующую серию завтра, ребята, утром, я даю вам свое слово, то, что я выпущу ее завтра. Если мы с вами сможем набрать 2500 лайков на вот этой серии, я верю, ребята, в нас. Я верю в то, что мы сможем набрать. Потому что я всех вас, ребята, люблю. Это не так-то сложно поставить лайк. Это всего лишь одна секунда, ребята. Всего лишь одна секунда поставить лайк. Вы даже пукаете намного дольше, чем поставить лайк за одну секунду. Поэтому, ребята, пожалуйста, постарайтесь для меня, я постараюсь для вас, выпущу новые серии как можно быстрее. Да, ребята? Также подписывайтесь на мой канал, потому что каждый подписчик для меня как друг. Я буду очень сильно рад, если вы вступите в нашу большую дружную семью подписчиков. Также, ребята, зовите своих друзей смотреть новые серии, скидывайте им ссылки. И также делайте репосты этого видео ВКонтакте и в других социальных сетях. Я также буду этому очень сильно рад. Ребята, приходите на мой канал завтра, потому что видео выходит каждый день. Я каждый день вас буду ждать. Поэтому, ребята, не ленитесь, приходите каждый день. Ребята, еще раз большое вам спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.